Если вы обнаружите, что в одном из разделов недостаточно свободного места, а в другом его слишком много, не огорчайтесь. Вы сможете перераспределить свободное место, не затронув при этом хранящиеся данные. Также просто можно увеличить размер определенного раздела за счет нераспределенного дискового пространства. Запустите программу, затем щелкните по пункту «Перераспределение свободного моста между разделами» и в главном окне выберите пункт меню «Мастера». После выполненных действий кликните по пункту «Быстрое перераспределение свободного места» и кнопке «Далее». Теперь выберите раздел, размер которого хотели бы увеличить. Если вы хотите увеличить размер раздела, используя нераспределенное пространство, можете щелкнуть по кнопке «Далее». В противном случае вам необходимо указать программе раздел, из которого вы хотите позаимствовать свободное место. Укажите соответствующий раздел, затем щелкните по кнопке «Далее». Теперь определите новый размер раздела, выбранного вами ранее. Для этого щелкните по выпадающему списку выбора и переместите ползунок влево или вправо. Как только вы отпустите клавишу мыши, вам станет доступен предварительный просмотр новой схемы разделов диска. Если данная конфигурация соответствует вашим требованиям, нажмите на кнопку «Далее». Щелкните по кнопке «Применить» и по кнопке «Да». Если на экране появится сообщение о перезагрузке, то нажмите на него. Будет выполнена перезагрузка компьютера. При следующем запуске Partition Manager будет открыто окно расширенного режима работы программы. Чтобы переключиться в обычный режим, щелкните по кнопке «Простой режим».